Иногда хочется взять ну, такой дубовый замок, но не дубовый, чугунный. Запереть в какую-нибудь комнату за железной дверью все плохое, что было в твоей жизни. Ну, мерзости у каждого человека в жизни много. Замкнуть этим замком, посыпать его или полить какую-нибудь гадостью, чтобы оно заржавело напрочь. Но избавиться от этого хлама невозможно. Иначе не спалить, не выкинуть. Это ведь твое. Твои ошибки, твои заблуждения, твои глупости, твои помарки судьбы. И пусть она там за этим чугунным ржавым замком томится до конца дней твоих. Но где взять такой замок, где взять такую комнату, где найти такую железную дверь? Память должна человеку отшибить полностью, чтобы от этого избавиться. Но это невозможно. И не нужно, собственно говоря. И то и хорошее, и замечательное тоже ведь пострадает. Блин, какая красивая, настоящая. Не это сборное убожество фейковое, фальшивое, настоящая ель. Елка должна быть настоящая, хотя и жалко, конечно. Ого, конструкция, инженерная мысль шагнула далеко вперед своего времени. Дом культуры. В советские времена назывался дворец культуры железнодорожников. Ну, железнодорожники строили дворцы культуры. Сейчас дом усох, фундамент осел, здание постарело, трещины дало. Надо возвращаться к своим кубанским корням. Переименовать хата духовности и крышу соломой перекрыть.